зрители, всем привет, с вами Игорь, и мы продолжаем проходить Dark Souls. В прошлой серии мы добрались до руин Мьюлонда и, собственно, открыли двери. Теперь же нужно попасть туда через... Можно, в принципе, через Храм Огня, а можно через Чумной Город. Но дело в том, что если через Чумной Город, это я пока поднимусь наверх, в принципе, долго. Ну, то есть нам нужно идти на Долину Драконов. Там открылись у нас большие двери. Так, давайте спустимся тогда через руины Нью-Лонда. Мы не будем идти, так как тут там уже вода спустилась, и, в принципе, двери открылись. Нам нужно идти, значит, через Долину Драконов. Что я сейчас и сделаю. А через Чумной Город, мне кажется, долго. Я пока поднимусь, там есть такая мельница, которая тебя поднимает. Пока поднимусь, пока то все. Мне кажется, так будет быстрее. Ну и, естественно, в руинах Нью-Лонда, чуть ли не в конце, как говорил какой-то там странник, там находится четыре короля. Это очередной босс, которого, собственно, нужно убить, и чтобы двери вот этого главного огня там открылись, где я только что был. И там, видимо, финальный босс, мне кажется. Так. Как мы пойдем? Да так и пойдем. Так, вот, собственно, Долина Драконов. Тут есть такие синие драконы, которые очень мешают, и желательно их убить, что ли. Нам придется их все равно убивать. Жалко, что бонфайра там не было. Поэтому приходится вот так вот обходить. Немного геморройно, но тем не менее. Это самый кратчайший путь. Хотя через Чумной Город тоже, в принципе, недолго. Но я же опять говорю, что пока подымешься, это... Рак свистнет. Так, что у нас там есть? Давайте возьмем меч дракона. Это большой меч дракона, который вывалился из дракона, который был в озерах. Озеро Золы, вот. Так, и как видите, там ворота у нас открыты. Но сейчас не видно, сейчас я вам покажу. У нас есть душа-хранительница огня, однако я не знаю, где находится сама хранительница огня, чтобы апдейтить мой эстус. Так. Все, хана мне. Видали, какая это хрень? О, а я это не видел, гляньте. Человечность, ух. Так, ну так как у нас здесь тестусов, а не 5, в принципе, можно тратить. Ну а куда деваться, если все равно как бы его мало жизней. Так. Давай, дракош, ты теперь. Ну это не дракон, это дрейки, это... Это не дракон. Драконы, они в 100 раз больше и с глазом на голове. А что ж ты, блин, будешь делать с ним? Так, давайте сюда, я не буду подойти там. У вас чуть ли не дюжина. Ну, давай, идешь, нет. Да. Все, наконец-то. Что у меня там за кольцо? Кольцо Артуриаса. Я не знаю, зачем я его одел, потому что сам не знаю, для чего это кольцо. Ну, видимо, кольцо для DLC. Я юзаю в этой игре. Не знаю, да. Да что ж ты будешь делать с ним, а? Блин, самые геморройные враги в этой игре — это вот эти драконы. На мой взгляд. Геморройные, потому что мне оружие не подходит.
Оно слишком медленное и урона еле-еле. Не, ну урон, в принципе, нормально, но оно медленное. Не убил бы я торговца, у меня сейчас было другое оружие, намного бы лучше. Раз, два, то нет, ребят, давайте по одному, пожалуйста. А я так сделаю. А я еще так сделаю. Нет, так оружие у меня быстро поломается, меч. Меч. Да что ж ты будешь делать? Ай! Сзади так подло. Как ты мог? У меня как раз есть кольцо такой магии от магии молнии, ну, не знаю, хрен. Тем более, мы уже победили их. Уже нет смысла надевать другое кольцо, и всё уже нет. Так, сейчас один дракоша уйдет в нокаут, и мы пойдем туда, куда надо идти. Так, 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 так. Фух. Бонфайр будет там где-то. Хотя вот таким образом открылся сокращенный путь. Кстати, тут есть чувак, который меня убил тогда. Нужно быть аккуратным. Где-то выбежал. Я так и не понял, откуда он. Именно он меня убил. Вот он, вот он, вот он. Вот он. Какой-то. Гляньте, а что это у него? У него магия какая-то. Та фигня. Я думал, реально какой-то чувак. Простой рыцарь какой-то, оказывается. Вообще беспонтовый. Аналог серебряным рыцарем, почти, можно сказать. Так. Ну, серебряный рыцарь, я думаю, знаете, зная те, кто это те чуваки, которые находятся в замке Анорлунда. Так, что-то ничего не мажет, совершенно ничего. Никого и ничего. Опа-на. Давай, иди сюда. Бах. Бах. Ах, ты ж магию еще юзать будешь, да? Так, чё? Все уже? Босс, что ли? Блин, надо было использовать человечность. Ну ладно. Так, сейчас хаваем травки. И го на мины. Хотя я бы одел, знаете что, блин, кольцо, короче. Одену кольцо за урона. Урона, урона, урона. Вот, все. Гляньте, а там еще вроде белый свет, да? Нет? Я так прошел, там, оказывается, блин, такое ощущение, что я еще был. Так, ну, это не босс, значит. Это не босс, это не босс, это не босс. Чуваки, вам хорошо бэкстепы делать. Стойте на месте, пожалуйста. Ой, ой, кто это? Кто там? Гляньте, а что это такое? С копьями, блин, тварь, а. Ой-ой-ой-ой, дамаг, конечно, маловат будет. Что надо использовать? Ясно все. Окей, отходим. Тысяч. Да, разнообразные тут, однако, есть монстры и стражи, и монстры, и кого только тут нету. М
Не, меня не проведешь. Даже с, как сказать, с такими предметами я делаю бэкстеп. То есть я, можно сказать, загружен немного, и все равно у меня получается делать бэкстеп. Враги крайне медленные. И это не похоже на предпоследнего босса, потому что тут бы враги были, ой-ой-ой, какие бы. Блин, ничего не видно. Так, еще непонятно, куда иду. Там еще были проходы, несколько вариантов, по крайней мере. А, не, стоп. Стоп, это типа зал какой-то, да? Так, а тут где-то была душа. Сейчас здесь, не здесь. Посмотреть. А, он там. Ага, ясно. Обезнадежили нас. Значит, идем наверх, куда еще идти. Не, ну можно, в принципе, вернуться, но потом опять сюда возвращаться не хочется. По 100 раз туда-сюда бегать. О, вот этот ящик, который я тогда хотел взять. Окей, это не мимик. Очень большой уголь. У меня столько этих углей, я толку от них мало, потому что я бы хотел делать шмотки хорошие, но твою мать, я ж убил торговца. Торговец, который торговал боссовскими шмотками. Жизнь несправедлива. Очень несправедлива. Так, ну чё, спускаемся. Так, тут вроде еще был... А, не было ничего. Показалось, все ясно, окей. А или с той стороны что-то там было. Вот тут один проход, тут второй. Вроде как. Ага, устройство не подается наверх. Что-то такое, бонфайр там будет, нет? Не хочу умирать, не хочу умирать. Ёбхараны бабай, вы чё так пугаете, блин? Так, ага, ясно, я понял, что это за фиговина, все. Я понял, куда это все ведет. Значит, надо идти дальше. Блин, я испугался. Так. Что, вода у нас, что ли? А, ну, немного, да, то есть спустились. Все, короче, уровень воды спустился, да? Так, сюда можно пойти, а тут... А тут как раз не спустился вроде. Поэтому немного непонятно еще. Когда что? Ой-ой-ой. Ты ж так не пугай, чувак. Да ж не хоррор тебе, блядь. На! Души гордые. Блин, у меня столько душ, это нужно объесться. Ну, один фиг у меня... Я не могу никак вот использовать их. Потому что не могу купить боссовские шмотки. Треснувшее око. Ну, это для призыва, короче, в онлайн-играх. Мне одно до одного места тоже, как бы, да? Так, вот так внизу там чуваки, блин. Непонятно, куда совсем идти. Непонятно. Наивные какие-то рыцари тут. И медленные. Медленные мои. Так. Так, это возврат, да? Типа, это что, я кружок наматывал, что ли? Нифига себе. Ясненько. Не, перед боссом будет бонфайр, блин. Как вот не может быть бонфайр? По-любому в этой локации должен быть бонфайр. Имя это новая строка. Руины Нью-Лонда. При ТП сюда. Так. Стоп, парни, стоп. Вас много. Нет. Так, как? Блин, а как? Пока так сделаем, меня зарубят тут.
Так, ну чё делать? Оп, по бокам стоят, да? Гады. Сундучок. Да, я знаю, что тут мимиков нету. Просто мне надоело проверять вот таким большим мечом в сундуке. Пока размахнусь. Ой, а там босс, да, наверное? Или опять переход. Так, опа. Чувак, а ты откуда вышел? Ну, какие они медленные, с ними неинтересно биться даже. Фантомов не хватает. Но и не хватает мне человечности-то. Была бы у меня человечность. Ну, то есть человечность есть, но, блин, бонфайр где? Да что ж такое, твою мать. Бедное мое горло. Ой, так. Что тут дальше? Ага. Чуть не упал. Надо походить, посмотреть, что. Да нема вроде уже ничего тут. Ладно, окей. Пойдем обратно. Не будем терять времени зря. Его и нас и так мало. С двумя эстасами пойду к боссу. Ну, в принципе, человечность есть что. Что еще надо для счастья-то? А, у меня ж... Блин. Что долго она действует, эта трава. Так, значит, еще вроде не босс. Хотя должен быть. Может, он там в глубине. Блин, ух и спуск. Ненавижу такие спуски, блин. Почему тут не предусмотрен лифт? Если упаду, я хз куда упаду, да? Чё там? Всё, что ли, э? Так, где у меня есть этот... Одна такая вещица... Рожный камень. А чё ты куда кидаешь, а? Да, лететь, конечно, далековато. Ну и что за фигня-то? Фигня, еще та фигня. Даже не знаю. Где этот возврат, блин? А, вот, перед носом. Ладно. Гоу. Да ненавижу вот эти два последних босса, где надо прыгать. Не понял. Офигеть. Именно туда, куда надо, зашел. Я думал, босс, ага. Босс. Как же? По-любому. Че, опять храм огня? Ё-моё. Это ж я пока туда добегу. Ладно, сейчас скипну. Так, в общем, опять я здесь, перед боссом. Блин. С оттуда даже захватывает. Как оказалось, тут... Какого фига? Как оказалось, надо было кольцо бездны мне одеть. Я, блин, снял его. Спутали меня эти враги с толку. Я его снял. Вот, и... Теперь одел его. Сейчас посмотрим, так ли оно или нет. Не знаю. Может, тут сейчас дорожка появится. Так, вот это кольцо Арториаса. Сейчас посмотрим. По идее, это должно быть оно. Дорожка появилась, нет? Нет? А что тут делать там? А что не появилось-то? Блин!
Чёрт, чё, завис? Нет? Ух ты, блин. А где я? Шо? Это чё, есть босс? Чувак, ты полегче. Ух ты, нифига, мах еще какой-то. Да, что-то придется этим ничем валить его. Хотя одинаково почти. Что, все, минус один. Ух ты, четвертый. Че, второй, блин. Офигеть, а как это избежать этой магии-то? Что-то непонятно. И плохо, плохие дела, плохие. У меня еще легкая броня. Так, потом надо смениться на человечность. В минус два. Блин. Третий, вроде как. Офигеть. Давай, ну, еще чуть-чуть, все. Так, четвертый. Где он? Вот он. Блин, они еще появляются так внезапно. О, это что-то с чем-то было. Ну, вот как раз Эсту совсем заюзал. Больше нету. Но есть. Фу, вот это демоны, а. Вот это да. Вот это по-любому демоны, ё-мо. Осколок великой души. Ух, как бы мне тут не свалиться. Бунфайр зажжен. Ух, ура! Так, перенестись куда в храм огня. Идем. В принципе, четыре короля легкий босс. Я думал, реально сложный. А то меня пугали, там сложный босс, сложный босс. Блин, я не туда, не туда, не туда. Короче, типа ТП сделал, сейчас я... И туда, 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 туда. Блин, опять этот спит. Бухарь. Блин, набухался спит, гад. Сколько можно бухать? Хм. Ладно. Придется мне идти, 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 куда-то идти. Плохо, что хранительница огня нету, так бы на плюс 6 я тут был. А где же она может быть-то? Да ладно, в принципе, чё, уже в конец игры, мне человечности дохерищ. Мне так кажется, что конец игры. Пойди, уже больше некуда идти, некуда. Уже все, уже всех победили почти. Так, ну тут ничего с ним. Ничего, ничего, ничего. Так, ну ладно. Так, пошел отсюда.
Так, кстати, мне надо меч потом сменить. Если будет финальный босс, то лучше с ним драться... Ой, меч, этот щит, щит сменить. Там более-меньше взять серебряный щит прокачанный, вот. Взять его, и будет зашибись. Кстати, можно перенести его на рулон, да. Можно выковать что-то, может быть. Да ладно, не будем ничего выковывать. Так, куда? Можно к кузнецу, в принципе. Может, уголь им можно отдать, сейчас посмотрим. Уже углей. Вот из обломков титанита можно такие вещи забабахать. Лучше вот это так. Так, сейчас саблю качнем. А где она? Стоп, я ж прокачал не саблю. Я же забыл, что качал, я думаю о другом. Так, я не саблю качал, я это качал. Я и то, или как он называется. Правильно, так. Вот оно, так. В принципе, можно на рулон, да, можно и нельзя. Да, давайте сейчас башню принцессы туда посетим. Спустимся к этому кузнецу. Чё он там может нам выкует что-нибудь путёвое. А то что такой меч нубский, ну не хочу я с ним играть. Не хочу я с ним до конца игры. Хотя уже, если учитывать то, что я до конца игры уже всё. Офигеть. Какой ты медленный, а, чувак. Да. Поспешишь на людей, насмешишь. Это про меня. Так, кольцо бездны ж можно снять. Чё я с ним хожу? Надо одеть этот самый... мое любимое кольцо. А можно... Хотя ладно, надену то кольцо. Надену мое любимое кольцо. Офигеть. Правда быстрее, да? А ну я манал с таким мечом, блин. Ну, во-первых, тяжелый. Во-вторых, нубский. Потому что я его нашел, да, нашел, не собрал. Нашел. Мечом вообще ни хер делать, проходить игру. За всю игру заточить себе силу и проходить им. Так, измени снаряжение. Сабля кристалла, яйцо кристалла. Сабля квилех, яйцо клинок хаоса. Тоже, блин, квилех, та чё? Душа присылы. Коса. В принципе, нужно косу, что она там будет сейчас не так. Коса, ага, усилить оружие, косу. Давайте попробуем усилить. Если усилится. А, демонический титанит, да ну вас, знаете. Вообще жесть. Я еще, блин, офигею, короче, ладно. Все, возвращаемся в храм огне. Возвращайся в храм огня. Храм огня. Сейчас посмотрим. Хотя можно в алтарь света. Ладно. Мне, наверное, с ним надо поговорить же, по-любому. Так. Чё, он спит? Нет, не дрыхнет. Конечно. Чё? Ладно, перенестись.
Хавай меня быстрее, ломай меня полностью. Так. Ну что? Открывайся. Ух ты, белый свет. Я нашел клад. Так, ну вот, открылась очередная локация, хотя может быть и последняя. Ладно, давайте, друзья, продолжим на следующем мультсмой. С вами был Игорь Диамур. Всем спасибо, пока-пока-пока.